It's a heck of a burden being the last of your kind. Never will I hear the laugh of another claptrap, or dance alongside one, or be tied to a pole and tortured with hot pokers by one because somebody reprogrammed its friend or foe priorities. Доброго времени суток всем. Всем привет. Я не знаю, может быть, я оставлю даже этот диалог железяки, который здесь был. Ну, его бы озвучить, конечно. Фу. Ага. В общем, не знаю, посмотрим. Там довольно смешно было. Ладно, а чё мы бегаем-то? Такие эти... Я таймер забыл включить, блин. У меня сегодня какой-то день таймера не включения. Таймер не хочу тебя включать. Отправляемся, в общем, вот. Где ты там меня пальнул? Я видела. Нет. Тебе показалось. О? You do what you have to stop him from waking that warrior, even if it means taking me out. Better dead than a damsel. Brick and I will meet you out in Heroes Pass. Win or lose, we're gonna finish this together. We might not make it, Slab, but I want you to know, it's been a hell of a lot of fun. Ты заметил, что Лилит явно какая-то актриса играла на это? На экране, когда она появляется. Ну, да, человек, но актриса какая, не актриса, я не знаю. Я знаю, что для съемок, ну, то есть, когда шла пиар-акция второго Borderlands, там целый кастинг делали на косплей-фотосессию. Как интересно. Ну, да. Я не знал. Открывайте. Если хочешь, могу закинуть в этот... ВКонтакте выложить. Может, ребятам кого интересно будет. Ну, будет время, желание, возможность. Попробуй. Мне интересно посмотреть. Очень интересно увидеть мясника, пожалуй. Нет, нет. Я имел в виду только Лилит. А, только Лилит. Да, да. Нет, ну Лилит тоже, конечно, интересно увидеть, но я думал, там более такой полноценный. Не-не-не. Ты конкретно про Лилит сказал, я про нее вспомнила. Ну, на Лилит, я думаю, многим будет интересно смотреть. Что ты там ползаешь? Отъедь назад чуть-чуть. Нормально. Ой, там синенько выпал какая-то. Там еще и Риди выпал. Отъедь с него. С кого? А, ты отъехал. Нормально, я отъехал. Что это такое? Да, фигня, прорезиненная лягушка. А что такая слабенькая? Ну, а, это пульками. Ну такая, да, забавная. Пульками, точно. Тугой инвентарь. Ну, у меня подобное есть уже слабенький. Тебе не надо? Нет. 300 урона. Ну, да. У нас 700 урона в инвентарь на 22 уровень. Открывайся. Ты хотел сказать, прям зажралась. Нет. Ты у нас мажор, да? Нет, у нас крутая просто. По-моему, сюда. Это была паника? Чё ты так кричала? Я кричала? Да. Не показалось, что ли? Я думаю, да. Просто за нами такая толпа, всего чего только можно. Едет. Летит. Вылезает. Бежит. Еще есть желающие? Меня обшлаковали. Тут еще просто эти... Как их называют? Слюнявые-то эти. Мордоплю его. Слюнявые мордоплюи. Еще летят. Опа, как вот виражи какие. А, на кого? Блин, у меня так неудачно ракурс. Чего у тебя неудачно? Ну вон, смотри, видишь, я прицел. Задница задралась у него. Ага. Ага. Все? Да. Тут солнечный охранник. То чё? Дробовик, 6% перезарядка. А. Огненный. 202 урон, 6 выстрелов. Ну, слабенький, но зато огненный.
Сейчас добегу. Там пару баксов выпало. Прям угадал. $27. Ой, вот и железяка. Гранатка не надо? Я уже взяла. Понял. А там сверху еще что-то. Немножко. А! Найти железяку, положить этому конец. Почему? Игла и лично. Ой, ничего хорошего ждать не стоит. Ну да. Ты слышишь? Да. Фига себе. Некрофил, блин. А чё там? Он орал, что я трахну твой вонючий труп. Ну нифига себе. Турельки. Грузчик. Блин, не очень удачный вариант с этой снайперки стрелять. В какой? Да не ту, одел случайно. Сейчас. С той стороны тоже турель. Ага. Сейчас прилетит. Откуда кто прилетит? Кому? Вон они там перед воротами двое прилетели. А-а-а. Гранаты кидают в тебя. Все нормально. У меня. Опа. Безумный профессор такой. Ага. Он тут прям программирует что-то. Так. Access denied. Раньше ты ему ангел помогала. Dispatching additional troops. Оп. Прости, мне приятно женский голос. Так, сейчас проверим коррозийную сингулярность. Но не забудь, что она скакать будет. Ничего, вроде неплохо. Что, прям притягивает и бьет? Ну да. Ой. Ай, застрял. Вот тебе прям в глаз из дробовика. И во второй. Activating additional door defenses. Там запикали его даже. Так. Ать. Щиты. Сейчас. Где моя пулька? Вот она. Ой, там эти инспекторы. Ой, где? Афиг. Я. А нет, это не такие щиты. Да, слушай, тогда я не очень понял. Я думаю, это просто понижающий урон. С твоей стороны там инспектор летает. Ой, тут с моей стороны много чего летает. Ой, не сдохнул бы. Я наконец-то что-то сделал. Он тюрелит. Нам помогают. Ага, я поняла. Роботы прилетели. Сейчас помрет, это гранатка кинула. Блин. Фу. Круто. Опять? Additional
Опа, вот он. Ты не успела еще. Ой, толстый-то какой, блин. Ай, лови, дурак. Ай, я спряталась, вот он. Все по мне там стреляет. Да, блин. Разбил. У тебя хп почти не осталось. Вижу, да. Пошел. Ой. Я добью его. Наверное. Или Тюрель добьет. Добил. Ну, спасибо. Еще. Ау. Скотинка. А, меня-то за что? Электрическая дрянь. Еще подожгли. Так, сейчас перезарядимся. Ай. Все, сбил. Отлеталось. Что такое оно? Только неубиваемое. Я там его заштуковал. Ага, удачно. Вот так тебе. Подкрепления закончились. Что делать? Такой дерзкий вообще. Ага. Такой мега эпичный весь. Together, we shall free Pandora! I will lead you into battle! I will destroy Handsome Jack with my bare hands! I will... Успокойся уже. Лестница. Мой злейший враг? Ну как он по лестнице будет подниматься? Я понимаю, я говорю, мой злейший враг. You gotta go on without me. Do your master proud. Сосранец, пошли. Угу. Damn it, Jack! Железяка такой железяка. Ну да. Стеречек. А, он там что-то еще говорил. Он, главное, спрятался, там это за маскировку на себя накинул. Невидимый плачет. Ой. О. Магазина, ага. Самое ценное здесь это гранаты. Так, я, наверное, возьму все-таки шлаковые гранаты. Эти, конечно, очень мощные, но шлак помогает. Жалко, 30 уровень, похоже, не успеем взять к битве с боссом. Может быть, конечно, и был бы смысл отвлечься. А с другой стороны, еще неизвестно, сколько здесь тащиться. Сейчас будем пробираться. Пробираться. Воевать. Так, все, да? Там закупил уже? Что сделал? Все закупил. Можно бежать? Ну да. Ой, правда, не продался. Money, кажется. Только я не помню, что мне тут продавать-то. Тугой винтарь. Нет, стоп, тугой винтарь, это же у меня...
А, нет, плов интер продаем. Солнечный охранник продаем. Ракетный ракетострел. Емкость магазина 85. Не знаю, прикольно. Короче, пока. Ну да, 413. Запас. Ну, то есть неплохая штука, конечно, но он перезаряжается так долго. Перезаряжаешь, очень долго перезаряжается, я бы сказал. Я бы не стал таким пользоваться. Каким? Вот таки, с такой перезарядкой. Вот и я. Не хочу им пользоваться. Ух, о, ты, засада. Ты, ты видел тут справа? Да, я даже уже по проводу пошел, а там засада. Ого. Че, атакуем? Сейчас. Там снайпер еще, снайпер первым делом. Давай попробуем. Так, где моя там огненная штука? Готов? Да. Готов. О, и я тоже готова, прикинь. Прикольно. Так. Меня резаешь, да? Резу. Да он выйдет на секундочку, и он тут такой, вот как тут. Ой. А, меня-то за что? Меня-то за что? Я вообще себя очень хорошо веду. Никого не трогаю. Все тут себя хорошо веду. В спине? А где еще один? А, ты его добила? Да. Тебе плохо? Ай! Что за кида тикал? Гады. Там еще кто-то остался. Спасибо. Ага. Блин, все-таки как плохо с грозикой. У него урон не хватает уже на них. Слабенько уже. Мамам. Кто там у нас? Еще остался? А, роботы. Бульдозер. Гад прикрывается этой штукой. Да. Оно вот так и вот так. Блин, а у меня перезарядка. По ногам бей. Вот так, снайперка в глаз прям тыкнул. Еще. Там еще идут. Окей. Надо тоже грозику зарядить, наверное. А че это он стреляет там? Он же бульдозер. Бульдозер не должен стрелять. Допили что? Да, допилил. Еще будут или я, пожалуйста, знаешь, я по... пока недалеко я возьму патронов на снайперку. Что-то дофига расстреляла. Хорошо. Ты пока там лут собери. Угу. Ой, не то нажал. Да блин, что-то я все не то нажимаю. Хочу сменить. Ой, блин. Фигню какую-то делаю. Вот так. Так, у нас провод идет вот сюда. Вот сюда. Ой, далеко он тянется. Ну, да. Сюда. Но я не успел собрать лут. 500 баксов, не хочу. Да, что-то далековато с ней. С ним идти. Ну. Идем пока, что делать? Ага. А это вон там, не оно? Где оно? Вон там. А, нет, слушай, уже не оно. Я вот только вижу, ой, что здесь... к нам приехали, к нам гости. Это что? Там автопушка какая-то, я вижу.
Ого. Ого. Ой, блин, отвлекся. Смотрел на этого нашего. Блин, далеко. Ой, спасибо. А, там ребята приехали. Да. А, он его замочил. Мясник по морде бьет всем. Ага, это у него такое новое это. Тактика. Ну что, ребят? Я что-то не пойму, куда этот уходит. Погоди, я сейчас сюда слазю наверх. А ты пока посмотри по проводу. Видишь продолжение? Куда идти? Сейчас. Вижу, вон там какой-то. Там что-то мелькает, да. Или мне кажется. Где? Вон там. Так, а что нам надо сделать? Что-то я не совсем понимаю. Что случилось? Че они все стоят? Нас ждут. Думается мне. Да? Что-то я не понимаю. Как его отключить? Он куда-то в итоге вообще уходит в стену он. О, вот этот. Да, там что-то сверкает, и мне кажется, что там что-то есть. Не пойму, а на эту штуку можно влезть там? Допустить ее, нет? Нельзя? Не, я не вижу, короче. А что нам делать-то? Так, Сэм, мы залипли здесь в прошлом месяце. В смысле, в прошлый раз залипли. Брик здесь застрял, Мордекай нам ничего не делал. А там сейчас... само пока. Во. В лаве лежал неубитый, и поэтому, в общем, все здесь. Нет, мы причем нашли потом этого неубитого в лаве. Убили его, у нас здесь отклинило. Мы прошли чуть дальше, и их заклинило дальше. В общем, надеемся, сейчас будет все нормально. Как-то вот все-таки Borderlands кривоват, конечно, в этом плане немножко. Частенько подвисает. Надо было этот секретик проверить. А, точно. Забыли. Ну, давай сейчас как-то это разгребем, я быстро потом сбегу. Хорошо? Ай. Ты думаешь? Там все равно фигня, что ты говорила. В прошлый раз фигня была, когда рандом гранатка летит. О, да. Ай, задело все равно. Вот же зараза. Да встать так. Вот так. Я Брику тут пошел помогать. Офигеть, он мощный. Дробовик. Ай. Мне больно. Не вижу. Ай-яй-яй. Блин. Гад, он добил моего. Прикресни меня. А, ну, спасибо. Что-то я не понял, как я умер-то. Все, всех разгребли, подождите. Вот здесь вот хилка лежит, возьми. Ага. Там просто место, где молнии были. Ну, можно вообще пройти. Это место должно было остаться, по идее. Должно будет остаться, наверное. А, ну да, кстати, мы здесь пробрались тут сюда. Сами.
когда их заклинило, как раз через это место. Вот здесь. Там можно спрыгнуть. Да, наверное, оно не останется. Фига, у него отдышка. Ты наверху здесь везде полазил, да, уже? Ну, наверное. Вроде. О, здесь не было. Ну, да, наверное, какой-то не принялась. А, пистолеты. Отрицатуры. Интересно, их на этот раз длинит. А, слушай, смотри, Брик дальше убежал. О, снайпер наверху сидит. Ну, значит, не это. Не приклинило. А, нет, это не снайпер сидит наверху, это убитый снайпер. Со снайперкой в руках. Умер. Бегу, все. Так, оружие. Воспламеняющий докучатель. 30 уровень, нифига себе. Пистолетик. Че, прям нифига себе? Ну, почти 600 урон и почти 600 еще от огня. Не кисло так весьма. Ой, я Брика забрал. Бегу. Стригерил. Ой, Мордекай поближе прилетел. Но все-таки нас конкретно шара заклинила. Да-да. Здесь вот эти вот штуки, их можно сломать. За них дают мини-ачивку. Так, Брик, ты совсем, может, куда-то убежал. Ух ты, опачки. Тут... Опачки? Где? Опачки? Так, я тут самый идущий, блин. Раз. А! Эх, железяки нам не хватает. Чё он сказал? Не знаю. Что, блин? Зараза какая. Ничего не вижу, ослепляет. А, горю. Ого, ого, ого. Это они очень толстые, слушай, я не могу пробить, меня почти ваншотнуло. Бегу к тебе. Ой, сейчас, сейчас. Стоп. Помер, да? Да, нормально, я сейчас попробую ожить. Блин, сейчас Брик гад добьет моего. Тогда я не оживу. Фу, ожил. Так, ныкаемся, ныкаемся. Ай, блин. Бежала к тебе и в итоге сама. А, держись. Лобу добить ты. А, не надо меня убивать. Фу. Сосались. Патроны кончились. Блин. Вовремя. Сейчас добью. Да. Ныкаемся. А. Это капец. Ой, сейчас упаду. Да что такое? Да там такая свистопляска, я просто запутался уже. Где там земля, где низ, где вверх. Кроу. А чё по мне-то стрелять? Я вообще только бегу. Слушай, а пушки-то убиваемые? Ну, я уже вторую добила. Все. Ай-яй-яй-яй-яй, шлак наступила.
пошла, господи, в кислоту. Больно очень. Кто меня шарахнул? Признавайтесь. Кто-кто? Где оно? Опять где-то что-то. Ой. Я тут влез куда не надо, похоже. Сейчас умру. Ну да. Я думаю, не надо меня резать, хотя... Вы чего вы убежали-то? Блин. В смысле мы убежали? Они убежали бы. Эй, их сбили. Чё, вообще хаос Ну да. Ты что ж такое-то? Зажигает меня. Что-то какие-то неубиваемые. Ай, кто? Сверху вот он. Ну да. Блин, куда спрятаться? Настигли. Настигли? Да. А, строитель прилетел. Да. Что за хрень? А, разбегаемся. Ай, зараза. Ой, ракеты самоводящиеся. Так, отсюда можно интересно? Блин, не успел чуть-чуть. Я добью, наверное. Но если не добью, то не добью. Не беги меня спасать, ты умрешь. Стой, стой там, сейчас подниму. Всё, прячься. Спасибо. Реактивные грузчики. Что там вообще происходит? Там такой хаос вообще просто. Ай! Ай-я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 й. Чё? Происходит? Ой-ой-ой. Хватит по мне стрелять, да? Да. Сейчас, так, сейчас я... Немножко осталось. Ну, не, я бы не сказал, что немножко. А, ну, да, не немножко, нифига. Я что-то на меня переключился. Санька, вкуснее. Ага, не надо. Блин. Как же ты долго перезаряжаешься? Вот так вот. Ракеты. Да, ё-моё, застрял. Да что ж такое-то? Я эту свою суперснайперку достала. Не надо, я сейчас добью его, я думаю. Тем более он меня лазером стреляет. Блин.
ракеты. Послышь. Все. Ракету успел послать. Посланец. Кто там еще умный такой? Да, эти тут. Какой-то он не вменяет. Что такое? А, ты хотел подлечиться? Ну, чуть-чуть, да. Тут эта хилка есть. Вот, музыка стихла, значит всех убили. Того. Так, фигня эта штука не нравится мне. Тихо, где там здоровье? О, вижу. Да тут его вон дофига. Где? Вот, уже третий попадается. Как-то мало. Оно лечит, вот еще и вот здесь еще одно. О, хорошо. Что с этим-то я не очень понял, произошло. Они упали в лаву или что? Или они на самолетах улетели, которые я видел? Я смотрела, что, там, что там еще за цель была, я даже не видела, что мы ушли, поэтому как бы вот. Какая цель? Ну там красная горела, я думала, сейчас опять заклинит, хотела добить ее. А-а-а. В лаве где-то. Горел красным. А смотрю, у вас уже там шухер начался какой-то. В общем, поэтому меня можете не спрашивать, я не видела просто физически. В смысле, но они-то там уже буянили, когда ты уже здесь была. Нет. Да. Вопли были, когда я еще только бежала к тебе. А, ты имеешь в виду, когда уже вот здесь с пушками дрались? Которые пушки наверху автоматически это были. Нет, дальше. Дальше. В общем, не знаю. Я оттуда ничего не видела. Откуда, куда, где пряталась. Как всегда. Шляпа, короче. Пройди. Ай-яй-яй-яй-яй! Кто? Кто? А, понятно. Со всех сторон. Да. Я там слева зашлаковал, но он у меня все добился. Ой, там тушка. Ох, ё. Ай, это как? Ох, ё. Больно. Сейчас я подниму. А, всё, сам. Я уже не взял. Хорошо. Там супер какой-то грузчик безумный. Надо снайперов снять сначала, я думаю. Шлаг, только не спадывай. Тебе там такая граната летит. Ого, по 1000. А, ну по 500 тикает примерно, 407 с копейками. Так про каких снайперов? Ать. Ага. Throwing grenade.
О, а что-то я не могу еще взять последний навык. Жалко. Да типа это уже. Вот зараза какая. Короче, на гранату. А? Все. О, еще прилетел кто-то. Блин, а я сюда вот наоборот пришел. Это что? Че пролетел-то где? Вот-вот-вот-вот. Сейчас я его. Наверное. Короче, вон там двое. Ой, тут над нами летит кое-что. Это наши? Нет, это не наши. Это та штука. Безумная. Так, бегу. Так, пучка Эриди. Синие. Там в тебя летит. Чё? А, о, нормально. Дамя, 9000. Ого. Эй, кроме урона, ты ничего не увидел. Я даже не успела, ты сказал, меня летит, и я побежала. Оу. Сейчас я свой этот. Хороший. Карабинчик достану. Ну, каким у тебя карабинчик? А. Не травь. 14 тысяч мой глаз уходит. Когда попадаю нормально. Сейчас подождусь. Да. Девять тысяч. Кончились патроны. Сиди пока. Он на тебя нагрелся, хорошо. Ой, попал. 9. Да блин, как ты меня задеваешь-то? Какие? Ага. Девять тысяч. Девять. Все. Ладно, только вылетят, не выходи пока. Еще. Я вижу. Ощущаю, я бы сказал. Все кончилось. Там еще мелочь какая-то ходила, куда они делись? Испугалась и убежала, я думаю. Знаешь что, учитывая, что у нас тут такое затишье, я бы предложил, наверное, закончить здесь серию, ну да? Ну давай. Я думаю, блин, тут мы вообще с крови будем продираться. Я не могу представить босса последнего, это же будет что-то вообще. Смотри на этого трактора. Такое ощущение, что это мордочка. Ну, такая да. Тупенькая. Может быть. Ладно, я надеюсь, всем все нравится. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем пока.